Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим французский салат «Мадам». Этот салат для гурманов и любителей новинок. Готовится он очень просто и легко. Такой салат очень нравится девушкам. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. 200 грамм сыра чеддер нарезаем небольшими кубиками. По желанию сыр можно натереть на крупной терке. 300 грамм отварного или запеченного куриного филе тоже нарезаем кубиками. Как вкусно запечь куриное филе, смотрите по ссылке на экране или внизу под видео в описании. 300-400 грамм винограда разрезаем на половинки. Если виноград с косточками, то лучше виноград резать поперек виноградинки, так будет удобнее вынимать косточки. Вынимаем все косточки из винограда. Виноград можно использовать любых сладких сортов. В большую миску кладем подготовленное мясо. Нарезанный виноград. Добавляем 300 грамм консервированного ананаса и нарезанный сыр. Сюда же выдавливаем через пресс 2-3 зубчика чеснока. Салат заправляем 2 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Также салат можно заправить густым салатным йогуртом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат «Мадам» получился необычным и в то же время очень вкусным. Виноград и ананас придают салату легкость и приятный кисло-сладкий вкус, который отлично сочетается с сыром и куриным мясом. Обязательно приготовьте такой салат, разнообразьте свое меню. Если вам понравился рецепт салата «Мадам», то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!